Отстояли дом от огня. В селе Новоалександрово-Суздальского района загорелся двухквартирный дом. Уже через несколько минут после сообщения о возгорании на место прибыла добровольная пожарная команда. Она базируется в том же селе Новоалександрово. К добровольцам на подмогу подъехали пожарные Владимирского гарнизона. К их приезду горели кровли дома и чердак на площади 200 квадратных метров. Тушили пожар 25 спасателей. Они не дали огню распространиться на жилые помещения и спасли имущество жильцов. Сотрудники МЧС предотвратили переход огня на имущество граждан и спасли материальные ценности. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Жители дома эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Причины пожара в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС России.